На спартакиаду приехало 72 спортсмена из 9 муниципальных образований края. Игры проходят на 5 кортах с профессиональным покрытием хард и на грунтовых. Рейтинговые очки теннисисты на этих стартах не набирают. Зато лучшие команды могут войти в состав ближайшего резерва в сборные края, а также принять участие в спартакиаде России 2017 года. Традиционно в лидерах теннисисты из Сочи, Краснодара и Армавира. Участники 2000-2002 годов рождения. Команды разделены на подгруппы. Сначала пройдут игры в подгруппах, а потом по итогам, кто займет первые, вторые места, будут играть полуфиналы, финал и так далее. Все с розыгрышем всех мест. Матчи командные состоят из 3 одиночных и 3 парных встреч. Финальные поединки состоятся 22 мая. Тогда же будут подведены итоги спартакиады. Большинство спортсменов этого турнира примут участие в первенстве Южного федерального округа. Соревнования пройдут с 23 по 29 мая на кортах Академии «Азимут».